Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется «Татьяна Кельмяшкина». Мне сказали, что Светлана Рогова в своем видео, отвечая на вопросы Тега, с супругом Эдуардом передали мне эстафету. Тег называется «Новый год к нам мчится» или «Год быка к нам мчится». Я обязательно оставлю ссылку на видео Светланы, потому что там под этим видео есть и вопросы Тега, есть ссылка на автора – Валентина Романчук, по-моему. Но вот я оставлю ссылку на то видео, на автора, который мне передал эстафету. Не на автора тега, а на автора, на человека, от которого я возьму эстафету. Честно говоря, я эстафеты не люблю. Со школы я их просто вот не перевариваю. И я не люблю теги. Как-то не очень я их жалую. У меня есть отдельный плейлист про теги, но там их... Если сосчитать, это капелька в море, какие теги мне понравились, и я отвечала. Поэтому я была готова уже так и написать. Светланочке я безмерно уважаю, Светочку, Светлана Рогова, канал, что так и так, мол. Но когда я прочитала вопросы тега, когда я увидела, что эстафету мне передал именно Эдуард, супруг Светланы, мне польстил тот факт, что... Во-первых, меня смотрят не только рукодельницы, но и мужья. Мне было приятно, что хоть и вспомнил название канала, то он с помощью супруги, но тем не менее сказал приятные слова про моего сына. Я отвечу на вопросы тега, на те, которые смогу. Хорошо это получится или плохо, не знаю. Как пойдет. Поэтому, Эдуард, Светлана, я принимаю эстафету и... Отвечаю на вопросы тега. Первый вопрос, представьтесь, меня зовут Татьяна, фамилия моя Кельмяшкина. Именно так и называется мой канал. Второе, что вы можете сказать про уходящий год? Каким он был для вас? Вот, мне кажется, именно про 2020 год мы все можем сказать, каким он был для нас. Да, с нюансами, да, с индивидуальными особенностями, но можно ли вспомнить год, который объединил не только страну, но и весь мир? Я, например, вот затрудняюсь. 2020 объединил весь мир, весь земной шарик. Конечно, этим он и запомнился, и не только мне. Но что касается... Лично меня и моей семьи было всякое. Было всякое в этом году. И хорошее, и плохое. Ну, как-то, знаете, мне не очень хочется выносить... Когда это касается, например, только меня, я спокойно это могу сказать и сделать. Но когда это касается моих родных, а разрешения я не спрашивала. Поэтому, ну, все-таки... Да, 20-й год запомнился, как хорошим, так и плохим. Но это вот именно очень-очень узкое, очень-очень личное. Я там про рукодельную буду отвечать, хорошо? Так, едем дальше. Телефон не держит у меня картинку долго. Какой, вот, третий вопрос, вот это вот наше. Какое изделие, связанное вашими руками, вы считаете самым удачным в уходящем году? Для меня изделие – это, конечно, очень такое сравнение, это образное, как детки. Я не могу сказать про изделие, какое мне понравилось больше, какое меньше, и какое было самым удачным. Я даже сейчас даже не вспомню, даже путаница, какие я изделия вязала в этом году, какие в том. Я подвожу итоги месяца, забываю, за год итоги не подвожу, и так у меня плейлист рукодельный 2020 год. Зачем еще что-то? Ну... Если так уж вообще конкретный ответ все-таки нужен, то я не считаю самым удачным это изделие. Я просто считаю это изделие особенным по двум причинам. Я говорю про джемпер «Голубка», про махер, джемпер «Махер на шелке «Голубка». Во-первых, я редко вяжу
Нет, ну кому-то я могу связать себе, а сестра отожмет. Это нормальное явление. Но первоначально я вязала себе. А так, чтобы зная, что это уже кому-то, я давно не вязала, немножко переживала. То есть вязала я как бы, ну это как заказом не зовешь, какой заказ? Просто пожелание и Сонечке и мое желание сделать приятную девчушечке. А еще то, что я люблю вязать махер на шелке именно в одну ниточку, вот, паутинкой, но сама такие вещи не ношу. И поэтому, когда махер я брала, я соединяла с какой-то ниточкой. Допустим, даже взять кардиган лисенок, там соединяла я со слоненкой. У меня такой был махер, как старый лист цвета, да, и слоненская пряжа, такая рыжая лисичка. Получился вот прям такой хорошее полотно. А мне все писали, вяжите махер один, зачем вам махер соединять? Кто-то правильно, махер надо соединять. Конечно, и правы те, и другие были. Махер, он прекрасен и в одной ниточке сам по себе, да, такой вот король, царевич вообще, царь-королевич. Махер это махер, ну что говорить. И он, опять же, прекрасно идет, ну не с любой, может быть, но со многими ниточками. Поэтому вот возможность прикоснуться к махеру как к такому прям вот самостоятельно расправляющему плечи товарищу. Это вот джемпер-голубка. Мне очень понравилось. И вещь-то получилась очень удачная. И Сонюшке понравилось. Вот как-то чуть-чуть особливо стоит это. Ну, то, что она там самая удачная была, еще я сказать не могу. Просто вот она была одной из первых. Потом-то у меня понеслось, я еще кое-кому вязала. Не люблю вязать кому-то, тем более на расстоянии, без примерок. Это очень ответственно. И как-то так все сложилось, как по маслу пошло. А так мне все вещички нравятся. Я выделить какую-то одну вещь, ну просто не могу, не могу, не могу, никак не могу. Так, вы любите зиму? За что? Я зиму люблю. Я люблю зиму, я родилась зимой, это время года моего рождения. Мне казалось раньше, что я не очень люблю, что я лето больше люблю. Сейчас, когда, ну, там и поездки на море было куча, и дача, да, щебет птиц, я не знаю, там жужжание пчел, рассада, огорода, все это, конечно, лето обожал, загар, мне так не хватает сейчас всего этого. Но это же не повод не любить лето. Лето-то осталось прекрасным временем года, да, у меня, может быть, возможности чуть-чуть сузились, но такой период, ничего страшного, будут и другие. И поэтому я вдруг до меня дошло, а дошло это, знаете, совсем недавно, сейчас будет маленькое отступление, чтобы лучше меня понимали. У меня есть научная статья, как обучить дошкольников понятию времена года. Эту статью я потом вылила и в ролик. Вообще мой канал, он начинался с вышивки, из таких родительских посиделок. Я обязательно оставлю ссылку на ролик, как сформировать у ребенка понятие времена года. Ну, помочь. Потому что это действительно такое понятие, которое дается не всем деткам и не сразу. Контрастные времена года, когда лежит снег, да, вроде зима, и когда прям все зеленое и тепло, их еще можно. А как вот понять, например, когда по месяцам у нас вроде как уже весна или осень, но еще зима не началась или не закончилась, то есть такие путаницы бывают. Как 12 месяцев разделить вот на 4-то именно, с позволения сказать, кучки. Вот это все очень сложно, но очень занятно. И я там давал некоторые рекомендации родителям. И совсем недавно мне подруга звонит, Таня, так это актуально, я твое тут видео пересмотрела, давай помогай. Но я говорила о том, что можно здесь с ребенком или построить, или нарисовать 4 домика. Один прям домик – это будет дом зима, другой домик – это дом весна, дом лето, дом осень. И надо сделать так, чтобы эти домики не были похожи. Если, опять же, на контрасте мы можем это сделать, допустим, лето, весь в зелени домик утопает, да, в цветах и в зелени, и там зима в сосульках. Вот мы сидели с подругой и думали, как, вот, а нет, осень тоже, он весь рыжий, про весну мы думали, весна эти проталины и так далее, и так далее. Осень это вообще самый такой хороший, благодатный, там урожай, и вот эти рыжие листья, одни что стоят. И надо было каждому домику еще 3 человечка, под каждым человечком это как бы месяц. И опять тоже, ну, чтобы человечки зимы, да, были там у них и нос с сосулькой,
и волосы-то у них это снежные шапки, только по-разному сбитые. Вот она прям даже всерьез подумывает, не заказать ли художнику такие вещи. Она очень основательно к этому перешла, чтобы потом все это пошло по наследству. Я говорю, да ладно, сама вон нарисуй, приклей, вырежь из цветной бумаги. Я, говорит, вырежу какой-то кусочек. Но она, правда, вату закупила, чтобы это еще и рельефно, может быть, был снег. Молодец. Но я не знаю, насколько ее хватит. У меня все листья осенние собрала. Вовремя-то не собрала. Сейчас мы кое-что там... У меня красивые рыжие. Но нам нужно поменьше. Вряд ли они подойдут. Нам нужны листочки маленькие. А сколько их было еще месяц назад? Вот. И я... Когда мы разрабатывали, да, какие у нас будут три человечки лет, они вроде будут все такие зелененькие, с цветочками, еще что-то, но немножко характером, где-то платьице возьмем, где-то мы решили. Такие человечки, они должны быть разные. И когда там назови время года одним словом, или вернее по-другому, июнь, июль, июль, август, как в песне, да, про лето. Я вот это все, а может по телефону, бла-бла-бла. И я вдруг поняла, какие прекрасные времена года. Вот совсем недавно это ощутила. Я даже еще не знала ни про тег, ни про что. Я вдруг вот просто обсуждая то, что можно вот заложить в осень, в домик осени, в осенних человечках. Три. Почему три? Потому что 3 месяца. И потом ребенок берет человечка, и в каком домике этот человечек живет. И почему? Вот этот рыженький человечек живет вот в этом домике, потому что это осенний месяц и так далее. Нам достаточно пока потом приписывали каждому человечку имя. Это был месяц, прям январь, февраль, март, апрель и так далее. Еще как-то год, хоть бы там начинался январь, это вот февраль, март, допустим, 3 месяца, да? Нет, ведь у нас, видите, декабрь именно, январь, февраль. Вот она зима. Как-то начало, конец года и начало, это все зима. Как-то неправильно все это сделано, и иногда ребятишкам все это очень тяжело воспринимать. Но вот работая над этими домиками и у нас прям такие дебаты, мы так жарко все это вступали. Давай вот так, а давай, а вот это вот то. Она сейчас все собирает. У кого рябину сушеную, у кого что. Я ты, говорю, пойми, ты рисовать будешь или вот прям сделаешь, как кукла? Говорит, не знаю, Тань, не знаю, но я этим всерьез займусь. И я вдруг поняла все прелести времен года. Ведь каждое время года имеет свою прелесть. Вот зима. Ну, я не знаю, вот хруст снега под ногами, да? Вот эти снежинки, особенно в свете фонарей. А меня опять все равно уводят в деревню, в треск дровец в печи, вот этот кот мирно спящий, сугробы, которые нам, детям, вообще было, я не знаю, чем в лопату, в широкую, в деревянную лопату очистили этот снег, проходик, и слева и справа сугробы только росли от этого прохода. Сейчас таких зим-то нет, я уже не помню таких зим. Поэтому взять лес, да, как он прекрасен летом, как он прекрасен осенью. Я люблю зиму. За что? Да я даже не знаю за что, но за то, что зима – это зима. Зимой есть то, чего нет осенью, весной и летом. Может быть, за мечты о лете, может быть, за праздник Новый год, может быть, опять же, сейчас вон дома сушилка, а вот как белье лучше любого кондиционера, вот запах белья, который с мороза принесли, опять же, в деревню ведь уносят. Летом так белье не пахнет. Оно пахнет так только зимой. Поэтому за снежную бабу, которую я давно не лепила, за все, за то, что зима – это зима, у нее свое лицо. Люблю я зиму. Очень люблю. За детские воспоминания. Кстати, детские воспоминания, наверное, зима и лето. Вот в основном как-то весна и осень. Их особо нет. Картошку копали в огородах. Когда нас со школы отпрашивали, нам это все было продолжение лета. Я еще не доходил, что это осень, как-то это все. Я люблю зиму. А за что? Да не любят за что. Здесь даже не вопреки. Просто любят и все. Просто любят. Как обычно, вы встречаете Новый год, Рождество. Но вот это слово «обычно», оно на каждом жизненном этапе, ну, я не знаю, разный оттенок имело. Обычно в последние годы это одно обычное. Лет там 10-15 назад это было совершенно другое. Как-то по этапам, но всегда Новый год – это домашний, уютный, замечательный семейный праздник. Вот это никогда не меняется. Домашний праздник. Ну, как никогда. Вот Толяшенька из гнезда-то вылетел. Не каждый Новый год я его вижу. А школьником-то был всегда рядышком, как хорошо. Ну, это семейный. Я не люблю больших шумных компаний. Если они случаются, компании небольшие, не шумные, меня всегда тянет домой.
Всегда я очень-очень домашний человек. Очень домашний, излишне домашний. Вот. И обычно встречаемся. В кругу семьи мы встречаем Новый год. Так что круг этот меняется, но в кругу семьи. Так, любите получать подарки на новогодние праздники? Люблю. Дарите ли вы подарки своим родным, близким к Новому году и Рождеству? Дарю, конечно, обязательно. Как вы относитесь к рукодельным подаркам? Хорошо отношусь. А как можно к подаркам отнестись плохо? К рукодельным? Ну, не знаю. Я хорошо отношусь. Но, честно говоря, сама очень хорошо зондирую почву, если я собираюсь там кому-то. А я даже не собираюсь. У меня так сложилось, как кто вот случайно там увидит еще что-то восторгается, я уже просто беру себе на заметку. Ага, этот человек очень любит вязаные вещи, например, те же. Про вышивки я как-то разговор не веду, я про вязанки. Хотя я вышивки тоже дарила. Совсем недавно, вот летом, мы ездили в Краснослободский район, в деревню к сестренке. Как мне было приятно, зайдя, я давно, мы друг у друга не были, на кухонку увидела подсолнухи. У меня даже есть ролик вместо кисточки игла. Там я показываю все свои вышивки. Так ролик называется, вместо кисточки игла. И подсолнухи эти я там не показываю, потому что ролик снимался гораздо позже, чем я вышивала и подарила эти подсолнухи. И вот прям зайдя на кухню среди других прочих картин, я увидела, да как они вписались хорошо. Тамусенька, один случай на 100, если ты смотришь этот ролик, мне было очень приятно. Мне было очень приятно увидеть свою вышивку. Но ты сразу, как ты выбрала, когда приезжали вы ко мне с Галочкой, я сразу спросила, какая вышивка, кому нравится, да? Галина выбрала натюрморт, а ты вот эти подсолнухи. И они вписались, конечно, это видно, они тебе понравились. Мне очень приятно. Хорошо, я очень хорошо отношусь к рукодельным подаркам. Самое главное знать, что дарите вы их людям, которые это ценят. Дарить людям рукодельные подарки тем, которые этого не ценят, ну, этого не надо делать, конечно, потому что... А зачем? А зачем? В вашей жизни был Новый год или Рождество, которые вам запомнились больше всего? Ой, ой, да были. Но просто я говорю, это все как-то вот, знаете, рассказы все уводят куда-то, что я обычно не очень-то был, знаете, больше всего. Да и не один был Новый год, который запомнился больше всего. У меня были события, после которых я Новый год очень-очень не любила. Сейчас, слава богу, подлечилась. Были события. Я очень-очень любила, и Новый год без того прекрасный праздник стал еще лучшим. Он запомнился больше всего. Мне казалось, я просмотрела вопросы и думаю, так, вот здесь я знаю, что скажу, вот тут я промолчу, вот тут я знаю, что скажу. Ну, что больше всего? Сейчас это расскажу, потом только камеру выключу, скажу, надо было вот этот Новый год рассказать. Знаете, когда-то очень-очень давно... Ну вот это грустно, конечно, просто по прошествии лет это все. Но все равно случай связан с положительными эмоциями. У меня прям буквально за 3 дня до Нового года умирает дедушка. Это было очень давно. Папин папа. Ну, естественно, а я тогда была прям в невестах ходила, и мы с женихом собирались Новый год, естественно, встречать вдвоем. Это ну как же? И вот уже все близится, близится, и тут вот такое событие. Конечно, я сказала, что деревня такая глухая, глухая. Сейчас хоть как-то все равно люди, которые там живут с машиненками, все это совершенно другой коленкор. А раньше, много-много лет назад, больше 20 лет назад, Толяшки, то уж больше, я тогда еще не замужем была. Это машиненок мало у кого было. И сейчас, кстати, автобус доярок возит, тогда не возил. Это вот только пешкодрапом. Я говорю, от Рамаданова до Воропаева, это, опять не помню, то ли 12, то ли 17, вот больше 10, а сколько, я не помню, больше 10 километров пешком. Вот я сообщаю, что 31-го как раз такое печальное событие, будет похорон, а оттуда уже потом не уехать, это явно мы до 1 числа останемся, потом все роднёй, конечно, все это.
Потому что все вопросы сразу решить невозможно. Взрослые там решали очень много вопросов, даже расчистить снег там до маленького деревенского кладбища, еще чего-то. Ну, так, ничего страшного. Ну, мы, конечно, приехали, все очень чинно, все сделали. Мы были уже взрослыми, мы не детьми были, ну, я говорю, женихались. И вот 31-е, понятно, что уже вторая половина дня, Новый год у всех. Но в глухой деревне это не чувствуется. Там вообще зимой, наверное, уезжали все, даже увозили. Только такие крепенькие бабуленьки там оставались. А так-то на зиму уезжали в город и по весне опять приезжали. Ну, конечно, настроение, хотя дедушка очень болел, он больше страдал, настроение не очень. Там все наши тетушки, там все наши дядюшки. Ну, мы просто в деревенской избушке с бабуленькой. Не оставишь ее одну ни в коем случае. Хотя можно было хотя бы кому-то уехать, но не на чем. А там уже знали, кто останется с бабушкой, кто потом на смену приедет, кто как. Все это было распределено. Я ждала 1-го числа, чтобы уехать в город. Нас всех молодых вот, отправляли 1-го числа. Нашли уже машину. Все это вот 1-го утром. И вдруг открывается дверь деревенской избушки наотмашь. И появляется мой жених. Впоследствии супруг. Я прям вот глаза протерла, посмотрела. Но это сказать, что это неожиданно. Ладно, мобильные были. Алло, еду к тебе, жди, скоро буду. Ничего. Я уезжаю, я знала, что 1-го числа мы приедем, что раньше меня ждать не стоит, там просто нет никакой возможности с глухомани. И я единственное сказала название деревни, по-моему. Да. И все. И все. И я еще не успела очухаться. Это вот, ну, зима. А вы знаете, как зимой, да, так вот дверь открывается. Ух, какой-то прям клубочек свежего воздуха. Потом вот я чувствую, там хруст снега. Заходит мой свекр будущий. Тогда просто папа жениха. Дальше. Для меня еще большим было это удивлением. Вот бывают новогодние, ты вот хоть кино снимай. Я не успела рот открыть вообще. Как? Откуда? Вот, собирайся, как поехали. Все это самое. Отпускают тебя. Ну, конечно, отпустят, и говорить нечего. Я обомлела. Я обомлела. Свекр, кстати, мой, Царство Небесное, это удивительный мужчина. Удивительнейший доброты мужчина. Удивительнейший. Я его чем больше узнавала, тем просто вот. Но бывают же такие люди, это невероятно. И вот он потом по дороге-то мы едем. Я все-таки попал 31 вечером в Саранск, естественно, встречали мы Новый год, все было чин-чином. Тут ехать-то чуть-чуть. Там эти 10 или 15 километров до нормальной земли, а потом уже по асфальту. Но вот эти как раз зимой, тем более, я как-то рассказывала, нас на Кировце с сестрой возили на каникулы. Колеса там такие были, это, ну, как нас там подсаживали, на Кировце возили нас, иначе по бездорожью, по зиме, по весне не проедешь. Это было новогоднее чудо. И вот мой свёкор рассказывал, говорит, смотрю на него, Татьяна ходит как нос опущенный, ничего не надо, все такое прочее, вот если бы доехать. А у них была машина, но они зимой не катались. Зимой всегда машину держали в гараже. Поэтому машина спустя много лет смотрелась как новенькая. Вот очень аккуратненько ко всему. Все там прям по делу. И это самое. Это мне все мой свекр будущий рассказывает. Машину-то ведет. Вот еще супруг счастливый. Я сама не знаю, какая счастливая. Ну, как бы из одной атмосферы в другую. Понятно, что и праздник. Хоть у вас перемешку с чем-то. И я, говорю, взял и ляпнул. Я бы тебя отвез, говорит, но только вот в гараже эта дверь снегом припорошена. Вот кто бы ее прочистил, я бы тебя отвез. Все, говорит, собирайся, говорит, отец, я сейчас все почищу. Где, говорит, что взялся? Махал, махал. Говорю, да там часа на три работы. Говорит, неважно, поехали, поехали. То ты, говорит, машину грей, я все прочищу. Ну, прочисти. Я не знаю, сколько, я до сих пор не знаю, сколько он ее чистил. И вот, а как же, говорю, ну, в дом, чего, ну, говорит, одна улица, три дома. Говорит, как тут по следам даже можно? Ну, я так потом подумала, правда. Там такая тропочка, там, может быть, баба Марфа к бабе Зое ходит за молочком. До меня потом доходит. Тропочка такая. А эти все-таки расчистили, к какому дому все идет. Ну, такая все-таки процессия была.
И вот они говорят, мы бы в любой дом зашли, спросили, где, что, как. Ну, такое событие все равно в больших деревнях, может быть, еще не знают, а в маленьких, я говорю, точно ведь. А то, говорит, нам даже спрашивать не пришлось, все по следам. Все по следам в деревеньке. Это было чудо, это было новогоднее чудо. Вот что угодно. Я говорю, даже если по сотовому телефону, я позвонил, забери меня, да я сейчас приеду, еще что-то. Нет, сейчас очень там такси все налажено, а раньше этого не было. Раньше это вообще вот... Я не знаю, молодежь сейчас пойдет слушать, скажет, такси бы взяли. Да не было. Ребята, если вы, вот молодежь сейчас смотрите, и поверите или нет, вообще сейчас ни к селу, ни к городу скажу, колготки через заднее крыльцо. Я помню в Москву, почему-то в Чебоксарах, кстати, они были. Если кто-то в командировку или как-то, простые капроновые женские колготки. Дефицит неимоверный. Кто там из Москвы едет, сеточку апельсинов, да если вообще допрет, если там... Палочки хлебные, апельсины, это все, вот, понимаете, это совершенно другое время. Это совершенно вот кто прожил, кто сейчас вот сидит у экрана, да-да-да, тот поймет. А кто этого не проживал, поэтому, да, взяла бы там такси, да все что угодно возьмешь, доедешь, все что угодно. Но где взять? И сейчас, конечно, столько различных, как это называть, таксопарков или организаций. А раньше этого не было. Вот почему-то первое, что мне всплыло в голову, вот тот Новый год, это было действительно совершенно неожидаемое чудо. Мы спокойненько мыли тарелочки, все перемыли, сели там, еще это нельзя включать, это нельзя включать. Вот так просто ходили, ходили, как-то это все разговаривали, полон дом народа. Я очень ждала первое число, наконец-то поедем, вдруг вот так вот открывается дверь, и принц на синем, два принца на синем коне меня увезли в другой мир. Вот. Поэтому, ой, в город, где огонечки, где все было хорошо. Вот. Нет, у меня таких новых годов было много, но обо всем не расскажешь, обо всем не расскажешь. Так, запомнить больше всего. Что вы ожидаете от грядущего Нового года 2021? Ребят, да что я ожидаю? Я не знаю, я просто... Не было бы хуже, вот понимаете? Не надо хуже. Какой подарок вам хотелось получить на Новый год? Ой, ну, этот подарок от Всевышнего. Здоровье родителям, наверное. Здоровье всем близким. Всем, абсолютно всем здоровье. Мне не надо никакого там конкретного материального подарка. Вот лишь бы все были здоровы и счастливы. Говорю вот как на духу. Все остальное, что смогу купить, куплю. Что не смогу купить, даже думать об этом не буду. Нет и не надо. Не знаю, как-то все совершенно изменилось, что ли. Какой подарок? Нет, ну желаний-то у меня, как у любого человека, их очень много. Ну, как-то, знаете, я даже вот и это хочу, и это хочу, и это хочу. Не знаю. Вот никакого мне подарка не надо, были бы все живы-здоровы. Так. Вы вяжете рукодельничьи новогодние праздники? Я никакой вопрос не пропустила. Не пропустила. Новогодние праздники я, как и в любые другие праздники, вяжу. Опять же, у меня есть один прям отдельный ролик, где я свое отношение к, ну, вот, к рукоделию или к вязанию, я не помню. По-моему, называется «Вяжу ли я в празднике» или «Рукодельничаю ли я в празднике». Но у меня есть ролик, где я все подробненько сказала. Я не хочу споров на эту тему. Я просто знаю одно. Все вот здесь и вот здесь. Если думки такие есть, ой, я вот вяжу, там сижу и грешу. Лучше не делайте, конечно же, этого. Кто свободен от таких предрассудков, кто цепями подобными не скован, сидеть так хочется вязать, но не вязать только потому, что сегодня праздник, сегодня нельзя. Я там говорила, а сколько людей только в эти праздники и могут заняться. В катавасе этих дел, 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 работа, работа, отчеты домой, взял еще там что-то. Только в эти дела стопануться и отдохнуть. Отдохнуть, душеньку-то развернуть, только в эти дни имеют возможность. Я не буду повторяться. С точки зрения работать грех, да это не работа, это отдых. С точки зрения, то как ни подойди, вы знаете, это все... Я не батюшка, я не бог, запрещать, разрешать. Вяжу ли я? Я вяжу. Это там рукодельничаю, да.
потому что грехом это не считаю. Никому плохо я от связанного там, я не знаю, 10 рядочков и рукава, или носочки, или варежки от связанных, от созида. Это созидание. Рукодельничать — это всегда созидать. Кому плохо от созидания, я не пойму никогда. Никогда. Поэтому я не могу рукодельничать, вязать, вышивать, когда какие-то дела есть первостепенные. Мне не будет рукодельничаться, если не убрано в квартире. Мне просто неуютно это делать. Я не буду рукодельничать, если полна раковина посуды. Мне неуютно, мне не вяжется. У меня просто вот не идет. Затор какой-то. Вот это я не вяжу. Все первостепенные дела нужно сделать. Причем у себя и у родителей. Это первое на первое. А потом, пожалуйста. Потом, пожалуйста, вяжи. Оперативненько делаешь, больше времени на вязание. Медленно все делаешь, меньше времени на вязание. А дела, которые не первостепенно, например, там что-то приготовить надо, надо же подумать, сейчас это надо сделать, или чтобы горяченько было ближе к вечеру. И какие-то дела, наоборот, они у меня будут, это стоп, вязание, пошла переключение, это будет переключением деятельности. Поэтому спокойно в процессе рукодельничья я могу стопануться, пойти поставить там бульон мясной, да, потом опять вязать, потом оторваться, пойти там картошечки пульнуть, моркошечки, поджарчики. Все это да, но вот я не вяжу, когда есть дела, они прям вот шепчут. Ты еще не сделал вот этого, Танюха. А все остальное это... Никакого греха в этом нет. Никакого греха в этом нет. Это мое утверждение, я не навязываю никому. Ролик оставлю, там я более подробно с примерами все рассказываю. Так, ваше пожелание рукодельницам на Новый год, год быка, и на год быка, и на все последующие годы, и рукодельницам, и не рукодельницам, абсолютно всем людям я пожелаю здоровья. Насколько это... И так-то всегда умные люди никогда не считали это формальным пожеланием. А уж год-то прошедший показал и показывает, что это самое действительно главное – здоровье. Больше все остальное на фоне здоровья. Здоровый человек, он ставит цели, он идет к ним. Он творит, он дерзает. Не получается и опять идет. Радуется, когда получается. На все можно заработать, все можно купить. Просто надо это все, чтобы о чем бы речь ни шла. Когда ты здоров, когда ты не здоров, ничего не надо. Поэтому здоровье, еще раз здоровье. Все остальное, там много пряжи, много спиц. Оно опять же будет радовать, когда будет здоровье. Поэтому, конечно, быть здоровыми и воплощать свои мечты. Маленькие, большие или, неважно, микромечты. Ого-го, мечтище. Быть здоровыми и идти к своим мечтам. И чтобы этот путь был легкий, удачный, радостный. Поэтому я хочу здоровья пожелать и много-много радости. Радость, опять же, все взаимосвязанные вещи. Здоровье всем, абсолютно всем, и рукодельницам, и не рукодельницам. Нужно передать эстафету кому-то. Я, как уже сказала, не очень люблю это дело. Я, конечно, могу спокойно назвать 3 канала, 3 YouTube-канала, 3 девушек. И больше могу назвать, но мне нужно связаться, спросить, будет ли им удобно это отвечать на вопросы, хотят ли они этого, еще что-то. Поэтому, знаете, ну, как не любитель эстафет и небольшой ценитель тегов, я не буду передать эстафету, я просто скажу, вот, знаете, на мой взгляд, тег, он не должен передаваться по эстафете. И опять только свое мнение скажу. С ним не обязательно соглашаться. Рукодельный YouTube знает такие теги, которые, вы знаете, с грохотом прошлись, ответить на которые хотелось прям вот так все бросить. И очень много тегов есть, которые так уж, ну, не навязала, чтобы такое снять. День проходит, ролика нет, а дай-ка тег посмотрю. А вот это ничего, ага, пойдет. И пошло опять, когда вы начали рукодельничать, кто вас научил. Я не люблю повторяющие вопросы, я как раз говорила. Хорошо, что в этом теге вопросы другого плана. Вот когда вопросы другого плана, меня такие теги притягивают, и я на такие отвечала. Поэтому, возможно, я не права.
Но мне нравятся такие теги, которые без всякой эстафеты очень, как горячий пирожочек, разлетаются, ну, блогерами, там, я не знаю, не хочу сказать вязальщицами, потому что очень многие теги относятся как к вязальщицам, так и к вышивальщицам. Вот такие надо теги создавать, чтобы мы бежали, спотыкаясь, отвечать на них. И я вот такие теги люблю. А эстафета, не знаю, я просто еще раз говорю, я не любитель эстафет. С измальства, со школы. Все что угодно. А эстафета не любила. Я, наверное, боялась подвести, или не очень расторопная была, или я такой товарищ свободолюбивый, хочу заниматься только чем я хочу заниматься, а не тем, что мне хотят там предложить, я даже слово навязать. Нет, предложить, это же предложение, тут мы хочешь, отвечай, хочешь, нет. Поэтому я передавать конкретно никому не буду, но если у кого есть такое желание, не стесняйтесь и с огромным удовольствием отвечайте. И на вопросы этого тега, и на вопросы любого другого тега. Благодарю я еще раз Светлану с Эдуардом. Мне было очень приятно. Благодарю автора тега Валентина. Ссылку на видео, где мне передают эстафету, я оставлю. А под ним там есть и вопросы, и все. Я не ставлю вопросы. Я какая-то... Я неправильный блогер. Я ничего нормального не делаю. Но нет, есть видео, где мне передают эстафету. Я принимаю и ссылку оставляю. А передаю эстафету всем-всем желающим. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что послушали. Елочку поставили? Я ведь раньше 1 декабря... У меня прям закон был, когда была трехкомнатная квартира. Я 1 декабря вставила. Я так люблю елку перед Новым годом. Вот весь декабрь я на нее любуюсь. Это такой релакс, огонечки-то сверкают, все. Вот весь декабрь вот это какое-то ожидание, вот это все Новый год к нам мчится. Это мне вот елка до Нового года – это елка. Просыпаюсь 1 числа, трезвая. Это даже то, что кто-то... И мне уже вот елку, вот хоть убираю их хоть сейчас. Конечно, лень, ага, да потом до Рождества, ну давай до Старого Нового года, а может 8 марта, ничего страшного. Вот это убирать елочку мне не очень нравится. Кстати, мое первое видео на YouTube, Таня сегодня не закончит ролик никогда. Оно называется, я для новичков говорю, оно ведь началось с разбора елки. Когда меня сын говорит, открывай канал на YouTube. Говорю, не хочу, я не знаю, что это такое, как, чего. Вот. Он приезжал на каникулы, уже собирался уезжать в Москву, каникулы заканчивались. Я стала разбирать елку, чтобы он эту махину вынес. Я же покупала раньше елки в потолок, и сейчас вот таких хочу. Вот, хватит. Вот. И это самое стал говорить. Толяшка, помнишь, как ты был маленьким? А помнишь, как мы считали елочные игрушечки? Сколько красненьких, зелененьких? А он как меня вот настаивает, мам, давай ролик снимем, мам, давай ролик снимем, мам, давай ролик снимем. И он схватил камеру, повесил опять игрушки, которые я, может, там две штучки успел снять. Мама, то, что ты сейчас говорила, давай заново говори. Я говорю, что ж, когда ты был маленьким, мы с тобой игрушки снимали. Да не так, мам, как ты это вот умеешь, а? Товарищи взрослые, хотите развивать детей? Вот игрушечки посчитать на елочке, я поняла, о чем он. Говорит, дай мне 3 минутки с мыслями собраться. Вот. Потом встала около елки, говорю, дай мне 3 минутки футболку переодеть. Мам, хватит, все, с мыслями собралась, в этой футболке снимаю. Она с елочкой не гармонирует, гармонирует. И вот первый наш самый ролик, мой первый ролик на YouTube, он так и называется, развиваем дошколят, снимая с елочки наряд. Так что, чем вам запомнить? О, вопрос, чем вам запомнить новогодний праздник? В новогодние праздники я открыла YouTube канал. Был снят первый мой ролик на YouTube канал. Открыла я его, чтобы комментарии кому-то писать гораздо раньше. Я писала просто комментарий, как комментатор. А вот в новогодние праздники, пусть, как сказать, в промежутке с 1 по 13, Старый Новый год, вот, а я тут вам грустные истории деревенские рассказываю. Запомнился больше всего то, что сын меня поставил около... Так, чем? Все, забыли все, что я вам говорила. Чем запомнился? В один из новых годов меня сын поставил около елки и сказал, говори. Я говорю, что говорит? Я не знаю. Говорит, говори. Я говорю, ну, Толь, ну что это такое? Мам, говори. И потом он сказал, что он просто попробует себя в роли режиссера, что, значит, этот ролик он мне покажет, и если я не разрешу, то он в открытый доступ. Не... Что такое открытый доступ? Что такое закрытый? Я ничего не понимала. Ничего не понимала. Вот. А потом с такой хитрой улыбкой
Иди, говорит, мам, смотри. Я, значит, ролик смотрю. А он что-то там смонтировал. Он был приверженец коротеньких роликов. Вот, все смонтировал. Там, кажется, вот 5 минут. А сколько он меня мучил? Он меня мучил 5 часов. Где расхохотались, потом 5 заново. И он так говорит: а ты знаешь, что смотришь сейчас не только ты этот ролик, а весь мир? Я говорю: здрасте. Это как это? Он: так это. Все, мамуленька, у тебя, говорит, первый ролик на YouTube-канал, готовься. Завтра, говорит, любые темы, и мы еще снимем. А он же уезжал собираться, собирался уезжать в Москву. Мы, говорит, с тобой завтра еще снимем парочку-троечку роликов, и я материал увезу. Какой монтаж? Я бы сейчас спокойно парочку-троечку роликов сняла без остановки. Когда у меня потом телефон, не этот, другой, держался только 12 минут, а никакого у меня не было ноутбука, чтобы монтировать. Я укладывалась с одним эпизодом. Представляете, только на паузу, слава богу, ставила. Я, наверное, 2 года потом прям с листа вот так вжих ролики. А они обрывались, где обрывались, там обрывались. Вот. Ну вот, Новый год-то чем? Я сейчас говорю, только камеру выключу, я еще что-нибудь вспомню, чем Новый год запомнился. Да, в Новый год вышел первый ролик на YouTube-канале. Вот так оно дело было. Оставлю, посмотрите там, как развивать дошколят, снимая с елочки наряд. Точно так же их развивать, когда наряжаешь елочку. Сейчас это более актуально. Подай мне, сыночек, красный шарик. А сколько у нас с тобой красных шариков? 1, 2, 3, 4. Ой, как хорошо. А синеньких у нас сколько? 1, 2, 7. А 7 это больше или меньше, чем 4? Каких шариков у нас больше? Каких шариков у нас меньше? Вот это все очень-очень-очень здорово, ненавязчиво. Ребенок даже не поймет, что с ним провели. Непринужденно, непринужденно. Замечательное математическое микрозанятие. Я сегодня, наверное, не уйду. Меня что-то к концу прям вот ностальжи. Все. Всем пока-пока. Здесь, значит, сейчас высветятся 2 ролика каких-нибудь. А давайте высветятся про елочку и про времена года, про родительские посиделки мы. Вот. Потому что здесь я не буду ставить, здесь же будет лицо мое. Ну и пусть, нет, надо же улыбнуться, сказать. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.